Всем доброго времени суток, друзья! Я Ксения Назарова, и я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». Приближаются к нам новогодние праздники с каждым днем все ближе и ближе. И моей давней мечтой было сделать какую-нибудь фантазийную новогоднюю елочку для того, чтобы можно было бы ей украсить и новогодний, и рождественский стол. А что сочетается, что ассоциируется у меня с Рождеством? И то, что я считаю очень таким красивым рождественским декором, это рождественские пряники. Во-первых, от них в доме распространяется прекрасный аромат. Во-вторых, они просто красивые, потому что, как я себе их представляю, они должны быть расписаны помадкой белой. И, в общем, можно проявить творчество, расписывая даже просто пряники. Но мы проявим творчество вдвойне. Мы сделаем рукотворные прянички из фоамирана, цвета имбирных пряников. Распишем их акриловым контуром белого цвета. И я вас уверяю, что наши прянички ничуть не хуже будут настоящих, учитывая то, что в них всего лишь 0 калорий, и кушать, конечно, их не нужно. Вот, сейчас я вам покажу эту елочку, и мы разглядим ее поближе. Посмотрите, какая красавица у нас должна получиться. Елочка украшена бантиками, пряничками нашими из фоамирана, цветами или снежинками, и венчает нашу елочку красивый бантик. Наша елочка очень теплая и уютная, потому что она шерстяная. Но на самом деле мы обмотали нашу заготовку шерстяными ниточками, либо это просто любой шпагат, шнур красного цвета или того цвета, какого вы захотите. Елочка эта не очень большого размера, и я на двусторонний скотч прикрепила ее к тарелочке, и можно тарелочку декорировать свечами, можно настоящими фруктами украсить, конфетами, теми же пряниками, но уже теперь настоящими, и она послужит, поверьте мне, прекрасным украшением новогоднего и рождественского стола. Она создаст ощущение уютного, теплого рождественского вечера. Оставайтесь, друзья, пожалуйста, со мной, и начнем наш мастер-класс. Итак, друзья, сегодня мы делаем красивую декоративную елочку для украшения новогоднего и рождественского стола. А для этого нам понадобится конус из пенопласта диаметром 9 сантиметров, высотой 30 сантиметров и вязальные ниточки красного цвета. И для начала мы подготовим основу для нашего декора. Эту елочку мы должны обмотать ниточками по всей длине, и затем мы будем ее декорировать. Про декор я скажу чуть позже. Сейчас займемся подготовкой нашей фантазийной елочки. На капельку клея я фиксирую начало ниточки. Изначально, естественно, конус был белого цвета из пенопласта. Чтобы нигде не было просветов, я покрасила его красной акриловой краской. Рекомендую это сделать и вам. Можно покрасить гуашью, масляной краской. Это не столь важно. Просто покрыть красным цветом. Вот мы продолжаем обматывать нашу елочку. Сначала я обмотала ровно нитками в стык до самого низа, и затем обратно, вот немножко создать такую путанную вязаную фактуру. Поэтому я немножко вот запутываю нитку, и как бы крест-накрест. Вот мы подходим обратно
концу елочки, закрепим нитку на капельку клея и затем задекорируем ее каким-либо украшением. Ничего не будет заметно. Вот такая вот заготовка получилась, такая вязаная елочка стилизованная, которую мы будем декорировать сейчас. Элементов декора будет три разновидности. Самое главное, конечно, это вот такие вот рождественские прянички. Где-то я сделала 20 штучек, по-моему. И сейчас я расскажу, как их сделать. А делаются они очень легко. Для таких рождественских пряничков нам понадобится толстый либо тонкий фоамиран цвета имбирных пряников, шаблоны. Я буду делать вот такую звездочку. И помимо звездочки, я сама от руки нарисовала несколько пряничных шаблончиков. Вот трость, колокольчик, варежка, валенок и елочка. Нарисовала их от руки. И у дочери взяла один вот такой шаблон в виде звездочки. Вот такую звездочку мы вырезали, наш пряничек будущий. И для того, чтобы придать ему слегка выпуклую форму, мы прислоним его буквально на один миг к горячему разогретому утюгу. Вот, посмотрите, вот такой пряничек у нас получился. Можно брать также фоамиран 2 мм шириной. Можно вообще сделать даже прянички такие шоколадные. Но мне вот понравились вот такие, цвет именно имбирного пряника. Затем самый такой щепетильный процесс, это нам нужно на этих пряничках вот таким вот акриловым контуром белого цвета нам нужно нанести пряничный рисунок. Работа это требует некоторой сноровки, но немножко приспособившись к контуру, все прекрасно получается. Прянички маленькие, работа ювелирная, поэтому вот так вот сосредоточившись, можно сделать снежинку. Ну, что-то примерно такое должно получиться. Не обязательно, чтобы это было небесной красоты. Пряники есть пряники. А прянички нужно делать заранее, потому что сейчас, когда мы нарисовали акриловым контуром, нужно на день оставить их подсыхать. Но на несколько часов это точно. Поэтому аккуратненько, аккуратненько
чтобы не смазать рисунок, мы убираем пряничек в сторону и ждем, пока он подсохнет. А пока я расскажу про то, чем еще я буду украшать свою рождественскую елочку. Так, пряники у нас. Еще у нас будут вот такие вот звездочки из фоамирана зеленого такого изумрудного цвета. Звездочки эти можно и нужно быстрее, конечно, делать при помощи дырокола. Их можно делать и также из цветного картона, если у вас есть дырокол. Если же нет, можно вручную вырезать несколько цветочков. Также можно взять пайетки в виде цветочков, в виде снежинок. Так, второй элемент – это вот такие вот цветочки-звездочки или цветочки-снежинки. И третий элемент – это вот такие вот бантики из декоративного шнура. Сделан он из целлюлозы, бумажной, продается в магазинах рукоделия. Вот у меня есть разные цвета. Я выбрала вот такие желтенькие и завязала просто обычный бантик. Эти бантики будут украшать нашу вязаную елочку. Из вязальных ниток можно также контрастного цвета подготовить такие бантики. Из тонкой репсовой ленточки, из шнуров декоративных. Так, все у нас готово и разогрет у нас с вами горячий пистолет. И заранее мы с вами заготовили вот такие прекрасные имбирные прянички. Они у нас уже хорошо высохли. Теперь мы можем заняться, собственно, украшением нашей елочки. Итак, ребята, вот такая вот елочка у нас получилась. И как вы думаете, что не хватает на нашей елочке? Пока на ней не хватает макушечки. Вот на макушечку вы можете либо приделать маленькую елочную игрушку в виде звездочки, коих сейчас очень много будет продавать к новогодним праздникам небольшой величины. Но я решила сделать на свою елочку вот такой вот бантик. Мастер-класс таких бантиков мы оставим в этом инфобоксе по ссылке. Ссылочка под этим видео будет поставлена на такие бантики. Вот такая вот рождественская елочка красавица с имбирными пряниками у нас получилась.